сразу первый на него сверху. Только ноги к голове не надо, ты еще пухнет. Что ты в партер лезешь и знаешь, как вот Александр Иванович сидит? Зачем лезть в партер? Отстал и отошел. Стойте руки сверху, потому что... Да, возьми 20 ворот и все, стараться сверху. Пусть ноги шире получат. Thank you.
там два поезда длинные. Старайся кисти его держать. Держи кисти, кисти держи, Влад. И ногами просто держи. Перед собой держи, не уходи. Ты это пьешь? Один отворот, ту сторону не любимую. Походите. Да. Как зовут тебя? А? Найди дом, да.
бороться. Александр Иванович посмотрит на вас, скажет, будете с вами бороться или нет? Прошу зрения. Заслужите или нет? Какой-то это. Еще раз. Телефон такой. Номер. Ну ты уж так углубилась. Какое это. Я же тебе знаю, что мы. Да, здесь не 8, что-то там, знаешь. Стоп. Мотай. Значит, еще раз. Взвешивание, значит, получается в субботу. А боремся в воскресенье. Значит, когда ты 81, и ты 81, покушать как-нибудь. Хорошо? Ага, значит, будь 81, 81. Что я хотел еще сказать? Уже 5 стоит, да? Я думаю, да? Сейчас как мы поговорим? Какой у нас? Сколько складок будет складываться? Плюгулома. Александр Иванович, разрешите вас. Саша, взял за пояс. У тебя рука не дотащит. Просто выше. Там будет быстрее, и сколько быстрее вход, сколько если рука выше, и быстрее входит, и бросок легче сделать, меньше силы. Ну вот ты чуть-чуть бы его не вытащил. Чуть-чуть бы и он бы улетел, а ты бы на. Чего так не пошел? Вот смотри, настройки там нет. Раз настройки крутые, есть или нет. Тут есть и воздух, да? Интернет. Thank you.
Хочешь, я бери захват ТКО. Один раз бросает, а Бутуза два раза должен выиграть, тебе нужно два броска сделать. Александру Ивановичу один, а Пастухову два. Да. Не, я просто поменял на ходу. Зря делал, как называется, шпагат. Не зря делал шпагат. А я так еще. Я хотел, чтобы он на шею. Ты не зря делал шпагат, видишь, хоть что-то есть, а то сейчас бы потянул бы. Уже подсадку надо делать, блин. Даешь захват, взял тебя за пояс, сделай мельницу, не знаю. Отсюда бедро надо делать. И ошибки допускаешь. Сейчас через плечо получишь. Через грудь получишь. Стоп! Стоп! Ты и ты, возьмите мат один туда, поставьте. Закройте это. Давай, Артур. Опять. Видишь, он ведет корпусную борьбу, Влад. А ты берешь и к нему приближаешься. Держи на расстоянии сначала. Рука снизу за пояс, значит бедро будет делать. А еще один назад делай. Не-не-не. Еще один мат тогда возьми и вот на край. Ты не можешь понять. Один раз он тебя прихватил, второй раз прихватил, все равно отдаешь. Упрись плечо. Что ты его за шею берешь, когда он за пояс берет? Упрись плечо, не дай ему далеко. А если он туда пролез, возьми мельницу, сделай одной рукой. Ты что, непонятно что ли? И не надо будет сильно уставать тогда. Хотелось бы. Вот сейчас я должен буду.
точный захват, но тут той же рукой только развернись и все. Или... Сейчас опять поставим. Есть СНК. Ну что ты проиграл? Я не знаю, просто... Встань, походи, не спи. Встань, походи. А тебе я не знаю, что тебе ходить, блин. Ты ж качаешься, как... Ты же жрешь наркотик там. Пульверизатором себе там что-то, блин. Креатин. Где он креатин у тебя? Повернись, покажи креатин свой в заднице. Кросы надо бегать, забрасывание надо делать, блин. Креатином кушай. Силы, блин. Опять захват даешь, блин, как... Ворота вышел или что? Где захват хороший? Тут 30 килограмм рывок и не можешь руку его удержать. Сорви руку его левой рукой. Все он держит правой.
получает 20 пастухов. Давай, Влад, готовься. Давай, значит, смотри, видишь, как он отсюда берет. Значит, какой рукой? Значит, сначала отсюда левый прихватить не надо. Или упереться в плечо от континента. Левое плечо. Вот в эту руку выключи. Вот и все, теперь бери правый. Вот ты, блин. Ты мешок. Он стоит на коленях, зачем ты через грудь делаешь? Ну, я думал, он ставит. Я тебя убью. Ну, ты меня убил. Вот не считаются. Берешь, вот пешком проиграл, выиграл всю схватку. Тот стоит на коленях, он его через грудь бросает. Падает и до шестидесяти бросок удержания проходит. Зачем бросать? Thank you.
пошли, пресс качаем. Лежат. Вперед сразу за руку подворачиваться. У тебя что, жопы нет, что ли? Ты что, не чувствуешь? Да, он почувствовал последний момент. Последний момент. Так ты не прыгай на него сверху. Думаю, упрыгай, сначала возьми захват подальше, а потом уже подбирайся. Хвати вот эту ручку. Вот, он тебе дает, возьми просто за руку и все. Ну вот руку просто держи около кисти, своей правой рукой. Зачем отворот? Правой рукой отворот, правой рукой руку возьми. Правой, своей правой возьми руку. Он тебе ее дает. Вот и возьми и все. Будь срывать, отпусти и все. А этой рукой за отворот. Левой. А левой за отворот. Вот, вот.
точно такой же захват перед. Если он сбоку, точно такой же захват перед. Не становись ему боком. То же самое, выключая руку отсюда. Становись этим боком. Он показывает через грудь, бросает потом через грудь. Руку, вот он хочет тебя забрать. Чем отворот брать, если просто руку можно взять? Просто я же говорю, что как бы если ходишь, то
На каждый прием есть контрприем. Я потом скажу вам кое-что. Сейчас не буду говорить, чтобы вы не начали возникать. Вот видишь, право, вот левая рука у Влада, она уже плохая. Он взял за два рукава. То есть не он был, то есть уже была отворотка. Вот именно. Владу левая рука. То есть если я взял здесь, то здесь отворотка. Если так брать, то уже борьба идет, уже мельницу надо делать. Вот, или вот так руку. Посмотри за ногами. Ноги вместе, ходят как дядя, ноги вместе. Там надо как бабочка, блин. Ходят как колхозник. Поэтому и падаете чаще. Просто за ногами посмотри. Это нормально, что у него, ладно, то нормально, то раз вместе. То на пятки наступает постоянно. А раз на пятки, то и убежать не можешь. Не прыгнуть, не это. Стоп, знаешь как? Влад. Нет, за пальцы? Нет. За пальцы нет. Сейчас смотри, Влад, раз, да? Когда встаешь, Александр Иванович, она, о, укусил. И все, его снимают. Ты прямые ноги, вот взял за пас, ты прямые. Конечно, сейчас пойдет, если не успеешь. Захватим уже двумя руками держать. Одной прочь, прочь, нет. Нет, вот тут можно взять, побросать. Большой, тяжелый. Вот можете встать, побросать. Все разрушу. Давай еще, чтобы тебе на голову упало. Оценка. Ладно. Этот, я думал, что ты уже сделаешь. А ты что-то... Нет, ты что? Тебе просто нужно было туда, как бы, кувырочек просто начать. Смотри, начал вытаскивать и поставил его. Да, вот ты начал вытаскивать, не идет. Зашагивай, кувырок делай. Под дзюдо это будет считаться. А по другим видам спорта, по самбо так, а по другим не вообще не будет. Поэтому ты не делаешь. Встань, ты детку. Не спи, потому что суставы. Судорога. Не, я на пальцы выдал. Наступил? Упал. Упал? Что ты взял за мячик маленький? Или давайте делайте 300 бросков. Я хотел. Что ты хотел? Достань ему, дай маленький по Артему. Артем. И пошли 300 бросков. Нет, а что ты сюда? Поставь сюда. Пошел, взял, поставил мне мячик. Ага. Ну давай, ты же бросайте, что вы хотите. Что не хочешь? Влад. Вуток, давай, бери его. Так, что ты еще не взвесил со мной. Я не видел, как ты взвешиваешься. Что ты сидишь спиной, кем-то борется? Дай. Чего я не делаю правильно, не учу. Это передвижение, вот, захвата правильно. Разводить. У меня так боролся, я боюсь просто. Физическое движение. Сейчас японец тренируется. Сборная. Помучить правильно.
Какой процент?
нельзя, а ему можно. Ему нельзя, он же делал кроссовок. Не через голову, через плечо, через боксы. А ты голову ждешь. Ты как-то смотри. Он пошел, потом пришел в сторону и встал на голову, поставил свой перевернул. Берешь Петро, тогда вот выпрямляешься и наоборот, ты не ближе и внутри. Ну вот ручку возьми. Там сверху. Знаешь, точно туда хочешь, что не туда хочешь, да. Значит, вот видишь,
телефона ему надо. Еще раз. Там вообще света нет. Там не работает это.